Всем привет! Начинаю этот влог с утра, среда. Я остался сегодня опять на удаленке, так скажем. Хорошо, что есть такая возможность. Сложно немного настроить себя, потому что одно дело, ты встаешь на работу, собираешься, едешь, приходишь, работаешь, уезжаешь домой. Все как бы по устоявшемуся расписанию. А тут сложно как бы настроить себя вообще встать, начать заниматься чем-то уже в 8 утра. Но ничего, сейчас мы покормим одну девочку, из-за которой мне пришлось сегодня сидеть дома, которая вздумала опять болеть. Вот. И как бы приступим за работу. Так что день удаленки начинается. Не знаю, попытаюсь поснимать что-нибудь, как он проходит, обычный день, сидя в доме, в работе. В общем, такие дела. Ну, а ребенок у меня, как всегда, не выходя из дома, умудрился заболеть. Вернее, собирали в понедельник, в садик должна была идти, там, ванные процедуры в воскресенье, ну и в понедельник оказалось с забитым носом. Так что не знаю, как ее вообще мыть и ванну принимать, когда заболеваемость такая. Но на улице у нас вот такая вот погода. То ли туман, то ли смог. Так что вот так вот. Похоже, был дождик. На балконе опять трава растет, скажете. Рабочий инструмент. Ты видишь папу там? Так, иди. А я вижу тебя. Привет, ку-ку. Если я. Что ты? Я. Ну, снимай тату. Я иди татусь. Честь. Что покажешь? А, ты будешь варить свою кашу? Ага. А тата-та. На, вари свою кашу. Вот. У меня молоко, манка. У тебя своя плита, да? Ага. Вот так. Все. Я у нас зайца нарядила. Сой. И сой. Заяц рисует. Ева рисует. Сой. Папа тоже рисует. Юная поварёшка. Все повторяет за мной. Рабочая атмосфера. Уже вы видите эти кадры, то значит наши выходные, рабочие будни закончились в плане работы дома. То есть 2 дня работы в доме. Я уже все-таки выбрался на стационар. То есть... И, в принципе, опять выходные. Это хорошо. Эх, вечное бы лето. Ну все, начинается наш лагерь. Что ты тут делаешь? Блинчики готовишь. Ням-ням-ням. Ну, будет вкусно. Сегодня не воскресенье, но выцедим. У меня блинчики, да? Да. Все, пошла я мыть ручки. Да, за стол садитесь, умывайтесь. Вон, Ева уже Барби моет там свою. Ой.
Что ты делаешь? Мою Барби. Моешь Барби? Макияж ли смываешь? Да. В общем, пока напек блинов, мою уже, конечно же, покушали. Вот и главный блинщик наконец-то сел тоже. Че бесишься? Че уже там нашла, интересно? Ничего. Радости, как будто что-то онлайн заказала. Я не радуюсь, там просто была песенка с Машей. А, в общем, приятного всем аппетита. Выбрался, короче, пройтись сегодня по делам. Суббота. Ну, что вам скажу, еще город не украшали. Где-нигде уже, конечно, появляются венки какие-то, огоньки, но такие уже более кондитерские, наверное. Ну а так, что? Много в окнах символа молнии, Strike Kobiet, граффити. В общем, граффити я имел в виду в том смысле, что после митингов вот этих вот дополнительные появились всякие разрисованные, видите. Ну и свежая инфа, вроде с 28 числа уже открывают торговые центры опять. Так что надеемся, уже благоразумнее будут подступать к тому, что к борьбе этой с коронавирусом, потому что это не дело закрывать торговые центры. Но в то же время как бы большие магазины, где большое количество людей скапливается, там риск заражения выше. Появились календари такие адвентовые. Каждый день перед Рождеством конфетку доставать. В общем, как всегда, забываю, что машины нет, и все это потом тянуть в руках. Но, слава богу, недалеко до дома. Вот видите, какой парк уже в листве осыпанный. Итак, сходил Паша в магазин. Сейчас вместе с Евой будем делать распаковочку, да? Посмотрим, что папа купил. Ева, давай, что тут у нас? Доставай. Что это? Что это? Ребрышки, наверное. Да, ребрышки. Иди ложи на столик. А это что такое? Покажи, что это. А, это новый журнальчик. Газетка. Кто тут у нас? Печарки, грибочки, на. Так, яйко вот так вот. Так. Так, у нас яйки, носисто. Кетчуп. Родинки. Давай, пошли туда с тобой. Там? Тут будем распаковывать. Что у нас тут еще? Соус такой чили. Не тащи, куда ты тащишь? Варенье для Евы, наверное, вишневое. Или для папы. Папа тоже любит у нас вишневое варенье. Вау! Малина. Оу! Шарна поречка. Да, сказка. Нет, это малина. Угу. Тут что у нас? О, чечевица. Талинка. Это лимонка. Лимонка. Лимонка какая лимонка? Лимон. Это у нас пряники, я его уже достала, да? Да, вот так тата будет делать. Рис. Спагетти. Такие. Ой, мы обычно берем, которые... Едем. Еще лимонка. Мы обычно берем спагетти, которые варить 2 минуты. Быстренько. Ой, и... Вкусненько. Хлеб тостовый. Давай сюда ложи дальше. Что там дальше? Свекла. Две. Еще едем. Еще, ого.
Будем одними лимонами питаться. Млеко! Млеко. Сыр. Колбаска. Сыр. Масло подсолнечное. Сосиски. Сосиски. Так, начинки. Берлинки. Мясо. Свинка. Рыба. Что там? Курочка. Ножки куриные. А это что? Бачок. Кто-то купил бачок. Кто? Подожди, что за бачок? Посмотрим. Такой, может, можно засолить? А то. Еще курочка, филе курочки. И что? О, фарш. О, так, кто дома поела? Свинка с коровкой. Это я съела. Так. Мама и мама, и тата, а я нет. А еще нет, и сосиски. Сосиски? Сосиски еще. Еще сосиски. Что там у нас дальше? Кава. Кава. Что это? О, пироги с ягодами. Это? Это папа купил приправы. А что это? Подожди. Приправы. А, упала. Это? Тоже пироги с трускавкой твоей любимой. А это? Это приправа. А это? Тоже приправа. А это? А это что? А это гречка. Каша. Так, каша. Нет. Гречка. Угу. Вау, сиськи. О, сколько много, да? Угу. А сколько он за это все отдал? Я не знаю. А тут у меня готовится рыбка по-гречески. Ням-ням. Продолжение. Что купил папа? Киндер Джой. Киндер Джой. Ну, скажи, дорого бриться. Почти 80 злотых за 4 лет. Ну, так не брейся. Ну, так продавали бы по одной. Есть. Лосьончик себе взял. Ну и все. Собственно. Сколько в бедре отдал Зиме? А, в бедре? Угу. 200... Ну, с копейками. 204, 205, ну не знаю. Короче, меньше 210. Что-то точно помню. Ну, короче, 200 злотых. Да. Это у нас что? А где это был? В ХБ? Вот чем вот бедренка. 203,71. Мама, иди. Бровки собирается. Спасибо ей за прекрасный обед. Я пойду пробовать рыбку. Ева, хочешь рыбку? Не знаю, что это за рецепт. Короче, она тут не целиком, не... По-гречески. По-гречески, короче. Поэтому она не таким пластом, как, наверное, кто-то привык я видеть. Помню, сама. Это зайка у тебя? На волчка похоже, а не на зайку. Не, зайка! Ну, хорошо. С такими лапками, да? Продолжаются распаковки на нашем канале. Алена сходила сегодня в Пепку. Удалось ей сходить в Пепку. Что-то купить. Так, ну это... Ева, это надо Миколаю отдать. Это Миколай. Это подарочная упаковочка, короче.
Это тортики петь. Наконец-то. А, ну, все-таки дорвалась, да? Да. Тихо, подожди. И сколько канистра это стоит? Не знаю. Эй, ну, в общем. Ой. Главный распаковщик наш. Без него никуда не обходится. Вот. Коврик для теста. И то! Подожди, не спеши. И то! Так, формочки для печенья. О, Ева, будешь с мамой печенье, тесто печь. И то! Ты что-то отвлекал. И то! Подожди, не так быстро. Ты, короче, это на кондитера собралась учиться? И то! Мои бантики! Забыла про них. Покажи, Ева. Еве заколочки. А что? Это Еве туда резиночки, заколочки складывать, шкатулочка. Там просто у нас в пакетиках хранится, я подумала, как это все некрасиво. Клево, Ева. Покажи, покажи. Мышка Микки. Мини. Ну, видишь, сердечки там как переживаются. Надолго ли тебе если хватит? Если бы у меня было больше шкатулки времени, конечно, я еще больше понабирала. Там рамочки такие красивые, видите? Это для меня шкатулочка. И так как я ей отдала свой... Погопаться. Вау! Ладно, мамусю. Так как я дала свой Еве сундучок в садик для, ну, для того, чтобы собирала там камушки. Пусто! Ну, я понял. Ну, короче, я, чтобы собирать свою всю бижутерию, получается, я вот купила. Но я, в принципе, за этим и ехала. И майки! Майки, Еве майки. Красиво. Вау. Это скатерть. Красивую скатерть решила купить. Готовишься к дню рождения уже по полной. Да. И все. Это уже бедренка. Все, дальше уже бедренка пошла. Все, это мы пропустим. Подожди, еще не все. Вот, еще резиночки. Вау, еще мои. И все. Ну, я не знаю. Стоит там... По ценам, наверное, людей будет интересовать, что отдельно стоит. Там форма, допустим, там штука эта. Ну ладно, сколько вывалил? Почти 130 злотых. Ага. Ну, ясно. Ну, скатерть сами видите, 30-ка. Можно это все подписать, просто когда будешь... А, ну здесь все видно, 15, форма это. Это штука 20. 130. 5 злотых эти наконечники. 5 злотых... И то соты! Почему же тебе? И то соты! В общем... Все, все, уже смотри. Здесь самое крупное, это вот оприходовало. Евина, получается, наверное, 30 стоит. Наверное, 30 стоит. Моя 30 стоит, скатерть 30 стоит. Ну, это такое самое крупное. О. Ну, все. Ваня, качество. Потому что там 5, там 5, там 20, там 30. О-о-о. И набежала сумма. Я в пепке в жизни настолько не на это. Теперь не переодевайся. Мой посуду, корми нас. Ага. Да, кстати, Алена делала обзор распаковки, но я уточню. Взял вот такой вот бочек. И чем меня привлекло, то что он слоеный такой. Я его засолю и сделаю наше прослоечное сало. БЧБ. А, ты говорила? Вот видишь, ты догадливая. Но, наверное, я его сейчас возьму на пробу и пожарю с яичком. Так что попробуем так. Камера спалена, что выбирает. Ой, мне кажется, это чудно, просто чудно. Так, вот кусочек остался, его помыл, просушил, вытер полотенцем махону. Сейчас буду добавлять приправки, солить. Так, промежуточный итог моего творения. Выглядит вот так. Так что через какое-то время будем снимать пробу. Также во влоге увидите. Пожелаем ему удачи. О, видишь, ты говорила, не умеешь чистить мандаринки. Умею.
Теперь готова всей семье чистить мандаринки. Да? Ага. Наш художник маленький. Кого рисуешь? Человечка? Не, Эва. Эву рисуешь? Мультики не надо, да? Ну, а я копенк на Эва. Угу. Не возрастет. Смех нента такая. Это что там? Ой, какие дуги-дуги ренки у Эвы. Нет. А чё три пальца только? Нарисуй еще два. Пять пальчиков, не? Это ножки. И Мия у нас. Мия? В общем, спроводили Евин велосипед на зиму на балкон. Надеюсь, ничего с ним не станет в этом пакете. Вот. Потому что места и так мало. Вон там это все сейчас сюда уберу и туда поставлю. Хотя он у соседей стоит велосипед вообще без пакета. Погодка сегодня воскресенская.